сценария, о котором идет речь, мой отец написал, в общем, достаточно много лет назад и мечтал его снять. Ну, вот так не суждено ему было это сделать. Мне кажется, это очень важная история, потому что это написано человеком, который был свидетелем тех событий, которые произошли в мае 45-го года. Он много очень мне рассказывал и про эту историю. И сейчас, когда про войну снимается огромное количество фильмов людьми, которые ничего про это не знают и не понимают, и пытаются использовать эти события в каких-то иногда, ну, не всегда чистых целях, какая-то правда и искренность про эти события и про это время имела бы большое значение. Того, как всегда, у моего папы там много юмора, там много эмоций, там много искренности. Это про молодых людей, это история, как закончилась война, как наши встретились с американцами, которые на тот момент были нашими союзниками, и, я надеюсь, еще не раз будут нашими союзниками. Вот, поэтому я очень люблю эту историю. Я в какой-то момент подумал, что, может быть, мне ее снять, но я понял, что я не могу, потому что для меня это слишком папина, и я дистанцию эту не смог бы выдержать. Мне было бы непросто это сделать. Поэтому, если кому-то интересно и хочется, чтобы такой фильм состоялся и случился, ну, как можете, помогите. Я буду бесконечно благодарен за любую помощь. Я посмотрел уже первые сценки, которые успели снять. Они безумно красивые. Они живые. Это, конечно, еще не фильм, это только первые ласточки. Но мне пока что очень нравится то, что там получается. Спасибо вам.